Сирия, 16 апреля. На востоке Дейр-эс-Зора террористы Исламского государства совершили вылазку к базе вооруженных сил США. Взрыв заминированного автомобиля в Хасаке убил 5 боевиков сирийской национальной армии. В Алеппо появилась новая антиправительственная вооруженная группировка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук. Коротко об итогах противостояния. Провинция Алеппо. Как сообщает телеграм-канал Джараблаус Алкабаус, в первой половине дня Манбидж покинул крупный конвой военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, после чего направился в город фракций в сопровождении вертолета ВКС РФ. На западе провинции была сформирована новая вооруженная группировка. Как передает военно-аналитический телеграм-канал World Journal, новообразованное формирование взяло себе название «Независимый революционный батальон», после чего боевики выпустили видеообращение, где заявили, что они не относятся ни к одной из действующих в Сирии фракций и намерены вести антиправительственную деятельность в Алеппо. Провинция Дейр-эс-Зор. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, террористы запрещенного в РФ Исламского государства совершили нападение к востоку от города Дейр-эс-Зор. По сведениям источника, группа террористов напала на позиции вооруженных сил США у газового завода «Алятал». Силы коалиции, дислоцированные у нефтяного месторождения «Конока», в ответ открыли огонь по скоплениям террористов из тяжелой артиллерии и ракетных установок. Сведений о пострадавших пока не поступало. Ранее пресс-центр Демократических сил Сирии заявлял, что в ходе совместного рейда с вооруженными силами США, проведенного 14 апреля в городе Багус, были обезврежены члены спящей ячейки ИГИЛ, которые планировали теракт. У арестованных были обнаружены взрывные устройства, оружие и пояса смертников. Провинция Хама. Действующие на севере провинции боевики Хаят Тахрир аш-Шам заявили, что им якобы удалось сбить разведывательный беспилотник сирийской армии у поселка Аль-Анкави. Как сообщает агентство Алеппо AMC, официального подтверждения заявления пока не поступало. Провинция Хасака. В поселке Аль-Ахрас взрыв заминированного автомобиля убил 5 членов сирийской национальной армии. В установке самодельного взрывного устройства в автомобиль подозревают боевиков из состава Демократических сил Сирии, которые продолжают вылазки на севере провинции. Как передает твиттер-канал Хасах News, жители деревень Аль-Касайб и Рахая Аэс-Суда перекрыли дорогу для конвоя вооруженных сил США, который покинул Камышлы. Это не первый раз, когда местные препятствуют патрулям американцев. В феврале жители деревни Харбат-Хама преградили дорогу американской военной технике. Американские солдаты открыли огонь по толпе, и на месте скончался 14-летний юноша Фейсал Халид Мухаммад. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.